Всем привет, это снова игра The Forest вместе с Олегом Брейном, дядей Женей и Алексом самым позитивным. Мы уже заканчиваем все это дело допроходить, погнали дальше. Погнали. Дай бог, если закончим. Надо же было сказать всем привет там. Привет, поскольку нас уже всех представили, поэтому я думаю, в этом нет. Я имел в виду всем привет, там, вот смотри, генератор привет, там, рыба, труба. Генератор привет. Часть Евриген, вода привет. Привет, вода. Привет, сосуд. Привет. Слушайте, а чё у меня все так мутно видно? Это у всех так мутно? Да, ты, наверное, это нажал хотя бы? Что нажал? Включил хотя бы свет? Ну, свет, конечно, естественно, но все равно мутно. Включил хотя бы свет, блядь, или нет? Хотя бы, блядь. Хотя бы свет включил, не знаю. Ну ты хотя бы свет включил, ну, блядь, ну что ж такое, что же вам все объяснять? Не спи. Ну ты хотя бы свет включил. Мы снова, видимо, за хайпом плывем, да, как тот раз? Подожди, сейчас нужно небольшое объяснение. Минутку, а почему тут уже лежат предметы? Ну так надо. Видимо, так надо. О, сколько людей мертвых. Подожди, мы убили девку. Подожди, мы убили девку. Убили. Что нам надо дальше? Артефакт второй? Артефакт надо искать. Что так много? Что тут за говно? Алис, а что тут так много тел? Пошлите дальше. Где-то капец какой-то. Алис, ну тут слишком много юмора навеивает сразу. Понимаешь, слишком много скелетов. Сразу очень много. Ожидания. Тут настолько много юмора, что я даже ничего не буду говорить. Пойдемте, пойдемте. А ты не хочешь нас подождать немножко? Кстати, этого не было. Я жду, я здесь. Я вот этого чувака далеко. Вон веревка, веревка вниз, смотрите. Веревка вниз. Есть веревка вниз, а есть еще в другую сторону проход туда. Так, давайте по уму делать. Так, кто-то давайте спускается давайте вот сюда, вот в эту жопу. Жень, ты мог, не мог бы спуститься, если хочешь, конечно, вниз? Блин, можно попробовать? Если хочешь, если хочешь. Я не заставляю. Я вежливо попросил, но если хочет человек, давай, давай, спущусь, давай. А мы чекнем. No problem. No problem. Бля, смотри, как угарно это смотрится. Смотри, один скелет ползет за другим скелетом. Там что-то война какая-то у них была, ну. Это групповой снимок. Групповой акт называется. Так, что внизу? Подожди, ну там, наверное, сюжет. Че мы стоим-то? Да какой сюжет? Вперед за сюжетом! За сюжетом, вперед! Вперед за хайпом, блядь! Сюжет, я хочу сюжета. И Колянка, ну подожди, там же, наверное, сюжет. И вниз полез. Никому ничего не сказал, блядь. Иначе сюжет пройдет мимо нас. Не надо, чтобы он проходил мимо нас. Привет, генератор, ты сюжетный генератор? Это сюжетный генератор, ребят? Не-не-не, ребят, надо обратно, это не сюжет. Скала, скала, ты сюжетный скала. Где Роберт Джонсон? Где скала, Дуэйн? Двайн. Это нет, Дуэйн, это сюжет явно. Скайлайн 2. Это не сюжет. Не-не-не-не. Это был сюжетный генератор, это не пизды, не сюжет. Здесь ничего, я наверх поднялся, здесь вообще ничего нет. Я полез наверх. Женя, мы только спустились за сюжетом, а ты уже поднялся, блин. Это все Колян, он все виноват. Нихуя, я лезу, какая скорость у меня. Шифтуй, когда лезешь. Я шифтую по полной программе, а так шифтую. Алексей, а вы помните, была прекрасная песня, напелась так. Шифтуем, сегодня мы с тобой шифтуем. Да, была. Классная песня, кстати говоря, вот, была. Вот, я же говорю, прекрасно. Сегодня мы с тобой шифтуем. Играем. Сегодня да, ну что, пошли дальше. Пошли, так, пошли, ну что, пойдем, пойдем. Назад. Куда тут назад? Какой-то мы артефакт назад, то есть в эту сторону, да, все правильно. Тут, а раньше что-то там было, по-моему, с этой пещеры, нет? Я вот не помню точно. Если ты не помнишь, мы тем более знать не можем. Да, но мы тем более не помним. Ой, это что, лут? Это не лут, это просто. Сказал человек, который проходил это уже, да? Нормально. Вот. Что-то, Олег, я не помню, что мы с тобой это проходили. Вот правда, ну, кстати, помню. Добавили они, добавили, может, расширили. Что-то... Алекс, мы иногда забываем, что было неделю назад. Нет. Мы до сих пор в Сампе не выучили карту Лос-Антоса. В GTA 5 мы карту, мы удивляемся новым местам за 4 года. Стыд, позор, да. Ничего нового, да, ничего нового. Мы иногда радуемся просто увиденной текстуре, которую никогда не видели. У меня 4 руки. Кто со мной вместе пополз, блядь, прочелит печеру? О, Алекс, а вот тебе и комплекс, смотри, какой. Гуру, комплекс. Вот, да, вот. Привет, головы. Говорящие головы, смотри. Привет, сюжетный комплекс. Привет, сюжетный головы, нахуй. Сюжетный комплекс. А почему красный, как после солярия? Горящий герой. Ой, тела! Тела, господа, тела! Сюжетные тела. Нихуя. Сюжетные тела, господа, сюжетные. А сколько тел тут, а? Смотри, какие головы интересные. Кто-то прям хамона запас нормально тогда на зиму. А ты куда полез? А, ты прям в скалу. Пещерчик, здесь самолет, смотри, от самолета. Только Колян понял остроумность данной шутки, блядь, из всех, я так понял, нормально. Хамон, блядь. Хамон, гайз. Ой, скалы можно рушить катаной. Не надо, ничего не рушить. Хамон, гайз. Не рушить, как мир не надо. Хамон, гайз. Не-не-не-не-не-не, не дури. Дядя Хамон, гайз.
Лифт! Открывай лифт. Вызывай, вызывай лифт. Вызывай, вызывай. Колян, блядь, там за дверью. А что, Кристофа нажимать не будет? Целый комплекс, смотри. Целый, блядь, сюжетный комплекс. Сюжетный лифт, блядь. Лифт будущего. Сюжетный лифт, это хорошо. Сюжетный лифт он. Четвером приложили свои карточки. Только у Колян весь красный, смотри, он какой-то совсем... Я как будто в этот, блядь, в Хайнц опустился, знаешь, в цистерну с Хайнцем опустил голову, вынул, блядь. Ну чё, лифт, давай едь уже быстрее, да? Может, переезд? Давайте кто-то выйдет. Колян, выйди! Ох ты ж не... А вот теперь смотрите направо. Смотрите направо. Посмотрите направо, видите горы? Заебись, пошли дальше. Экскурсия нахуй по поросту, блядь. Посмотрите направо еще раз. Я... Алексей, посмотрите наверх. Небо, да, солнце? Плохо текструированные головы. О, я первый, бегу. О, ячеечки какие-то, смотри. Ячеечки. А наверху снег нигде не зачекал. Снег, кстати говоря, вы знаете, что сейчас будет? Сейчас будет пульт управления, блядь, самолетами нахуй. Да. Спасибо, что проспойлерил. Я всю жизнь мечтал, чтобы спойлеры... А тут и не играл, блядь. Тут такой пульт... Такой пульт идет с одной кнопочкой, активируйте. Да? Кто не активировал? Вчетвером нужно, вчетвером. Ну давайте активируйте. 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 Смотри, что охуете? Алексей, озвучь радар, попробуй. Охуеть, смотри, нет, это... Я самолет еще сейчас озвучу, погоди. Activated. Активируйте. Что за хуйня? Нажать или не нажать? Подожди, весь в раздумье. Что делать? Записать реакцию или нет, да? Дрин нажал, блядь. Бля, Алекс, прям, я так понимаю, что сейчас хайпанем на ролике, да? Это я озвучил, я эту игру, блядь, озвучил. Что, непонятно, что ли? Интересно, откуда здесь пушка такая наверху? Ну хули, откуда здесь вообще комплекс этот? Какая-то же должна быть история, а то что-то произошло. Нет никакой истории. Катастрофа, вдруг какой-то. Давайте пошутим, что это один из офисов. Самолет падает! Бум, блядь. Охуеть, не встать. Слушай, а нам же не надо будет возвращаться-то обратно, ебать. А сын? Подожди, а сына хули мы? Мы сейчас на шоу окажемся. Подожди, нам не надо будет назад. Нам же надо было взять с тобой. Один год спустя. Вот, все, конечно, нам же не надо будет возвращаться. Артефакт, а девочка, а сын? А, без артефакта пойдем. Это все решили забить. Это все в этом фоном будет, сзади там. За кулисами. Переводи. Ага, мой следующий гость — это ТВ-стар, ну. Вон с сыном, пожалуйста. Коля, переводи. Бля, сынок, что-то ёбнутый, походу. У сына не все в порядке, походу. Добро пожаловать! Это шоу Урганта, да? Надо было сказать сейчас. Урганта, да. Вечерний Ургант, блядь. Группа лысый. Ты помнишь, как ты делал реакцию? У него дергунчик какой-то. У пацана, блядь, нахуй дергунчик, у него тик нервный, нахуй. В смысле дергунчик? Ну что-то с у него с глазом. Расскажи, смотри, как ты спасся. Микрофон блюет, я смотрю, да? Зачем ведущему карандашей так? А зачем он с топором пришел, ты не знаешь? Смотри, мы нашли тебе девушку. Даже две, блядь. Смотри, какие они классные, ну как? Ну как, ты готов снять реакцию на это дерево? Сынок, кем ты хочешь быть? У меня, блядь, музыка перекрывает вообще их речь. Чё-то сын, блядь, немножко... А у них там нет речи, я тебе... Ну вот передёргивает там. Сын, смотри. Чё ты маму-то не узнаёшь, сынок? Смотри. Бери. Давай. Надо, чтобы это Колян рубил. Колян же рубил деревья. Что за артхаус, серьёзно? Давай, пилим. Давай, блядь, руби нахуй. Да, молодец. Конкурсы устроили тут. Ты смотри, что будет дальше-то, Колян. Чёрный топор и чёрный ведущий. Кто следующий? Видимо, что-то в голове проснулось. Да, кажется, он хайпит. Пошёл хайп. Пошёл, родной, давай, хайпа, больше хайпа, блядь. Передос хайпом. Пацан явно переборщил с хайпом. Мы не спасли его, он добрался до трендов. Это что такое? Ты же хайпай! Больше хайпай! Больше хайпай! Больше хайпай! Больше хайпай!
Больше хайпа, сука! Спокойно, спокойно, сынок, спокойно, все будет хорошо. Сынок, спокойно, больше хайпа, блядь! Спокойно, тихо. Папа, пожалуйста. Обновили заставку, да, этого не было. Что это было, батя? Батя! Батя, это было, блядь! Олег, а тебе не кажется, что он заканчивался не по-другому сделали, по-другому сделали. Там монстр, по-моему, в конце. Мне достижение, да, он там всех убил, нахуй. Мы открыли достижения, хайпанули, да? К достижению хайп открыто, блядь. The Forest, блядь. Сука. Концовка какая-то не такая, блядь, другая, ёпта. Он должен был всех в студии убить. Это был финал Фореста. А, нет, я не буду говорить, сейчас мне опять напишут, что я там выпрашивать буду подписки. Майки, пускай это скажет кто-нибудь другой. Колян. Да. Да, Колян начинал. Колян, проси за всех, ходатайствуй, давай. Это была игра The Forest, я, если честно, ничего не понял, что произошло. В конце артхаус полнейший. Я могу объяснить. Смотри, давай, когда мы подключили мальчика к этой машине, мы принесли девочку. Девочка служила телом. Она мертвая уже была. Она была уже заражена просто вирусом. На ней делали... На ней делали опыты. Ага. Получается, что перекочевала часть девочки в мальчика, тем самым мальчик ожил, но в нем была эта девочка. Понимаешь? Что-то ты неправильно сказал. Мы самолет сбили, чтобы живого притащить ребенка. Девочка вообще ни при чем. Какого мы? Там же был механизм стоял. Куда ты положил нет, девочку? Нет, смотри, девочку ты положил, она упала, она не сработала, артефакт не сработал. Ты идешь в рубку, летит самолет, и ты тащишь так же, как твоего ребенка кто-то тащил, так же притаскивает. Это ты сейчас сам придумал или как? Или так вот? Нет, ну, самолет есть, сбили, ну, почему? Почитай. Почему самолет? Где почитать? Почему? Чтобы ребенка где есть эти притащить? Псалмы Фореста? Где почитать? Где давайте это? Подискутируем. На reddit.com зайди и почитай. Давай, блядь, подискутируем, все, дебат. Дебат. Аверсус, блядь. Нет, подожди, стой. Это вообще, это, конечно, логично, но я бы, честно, до такого не додумался. Ну, reddit.com, там все разработчики все писали. А, так ты там прочитал. Конечно, конечно. Подожди, самолет мы сбили. Чтобы что найти вы? Ребенка такого же, потому что тебе со взрослого ты ребенка... Какая, блядь, вероятность, что на этом самолете будет такой же сынок, как... Ну, детей-то много летает на самолетах, правильно же, по идее-то? Подожди, ну, а что? Сын тут только один был, поэтому... Ну, хорошо, ну, а что с концовкой-то? Чего с концовкой? Сначала концовка была одна. Нет, подожди, подожди, сначала она была одна. Она была сначала одна, он там убил всех в студии. Понимаешь? Он превратился в монстр. А сейчас нормально, просто у него как это, закликил, он превратился как девочка в монстр, правильно? Да, а сейчас нет. То есть они забрали изначально сына, чтобы девочку сделать нормальной. То есть получается обратка, правильно? Девочка не стала нормальной, сына же выкачали из него энергию. Девочка превратилась в босса, девочку убили. Теперь получился такой, блядь... Сбиваем самолет. Да, тащим другого ребенка, обратно. Оживляем своего сына, но, увы, ах, там мутация какая-то. И сын превращается точно так же, как и девочка мутирует. Но это раньше так было, да. Скорее всего, был, наверное, ученый, который хотел свою дочь таким образом спасти, да? Он построил это ее отец, это отец, да, отец. Ну, это логично, просто сейчас я напридумывал, как говорится, в голове просто придумал. Нет, тут все правильно, это логика, все правильно. В красном, кто воровал в самолете сына нашего, это был отец вот этой вот девочки. Абориген, блядь, построил, да? Да. Нихуя себе абориген строить научили. Нет, он жил с аборигенами, нет, он жил с аборигенами, получается, просто, чтобы его не палили. Он скажи мне, пожалуйста, красной. Господа разработчики, пиздец, могли за 4 года вот это все сделать, везде заставочки какой-то? Так они же сделали. Вначале, пожалуйста, забирает, приходит красный чел, приходит, в чем забирает проблема? Чел, это, знаешь, такая заставочка, которая ни о чем не говорит. Ну, а потом, смотри, потом находишь ты в комплексе картинки, там мужик нарисован, написано «папа» и краснокожим. Вот и все, там же все подсказки есть. Что нет, он красится краской, там же видно, рисунки, когда находишь, там все показывается, да. То есть ты хочешь сказать, а где тогда остальные работники всей этой станции? Ну, поумирали все, видишь, там сколько бегает всяких монстриков-то, ну, поубивали, пожрали все, все. А, в этом плане. Короче, там же все что-то, наверное, случилось. А, видимо, те, наверное, кто был совсем на низкой зарплате, в лес перешли жить, да? Скорее всего, да, я не знаю, наверное, так. Блядь, бюджетники, да? Браво! Пошли на зайцев охотиться, браво, да, да, браво, прекрасно. Это хорошо. Подытожили, подытожили. Ну, раньше концовка была одна, сейчас они концовку немножко переделали. Да, парень вроде живой. Нормальный. Раньше было лучше. Вот раньше было лучше, да. Я тоже. Лучше. Я... Лучше. Продолжай в том же духе. У тебя хорошо получается. Вот такой он был Форест, вот такой Форест. Вот каким ты был, таким ты и остался. Таким ты остался, да. Ну, говорят, он скоро выйдет 1.0, да. Из Альфы, да. Он скоро выйдет из Альфы, но, правда, он уже пройден. Так что выходить из Альфы. Дважды пройден. Имеет ли смысл, да. Ну, сам факт, ладно. Нормально. Все, на этом все. Как вы не пытались объяснить, все равно мало понятно. Все равно Колян ничего не понял. И батя типа стал
ТВ-звездой, да, пришел наш? Потому что выжил, да. Потому что показал, как он рубил деревья, все хлопали, удивлялись, ура. Он, наверное, рассказал свою историю, а он книгу написал. Его пригласили как человека, который выжил после крушения. А ведущий поставил два бревна, говорит, вот, давай, покажи, как ты там. Он прочитал книгу, наверное. Как вы в одиночку все построили? Как вы там выживали? А нас было четверо. Да, кстати говоря, нас было четверо, это фейл. Нас было четверо. Ну, а сын от переизбытка не... хайпа, видимо, не понял, как говорится. Это... Помнишь, как он орал, да больше хайпа? Вот, видишь, какой у него был переизбыток, было дело. В припадке. Хорошо. Ладно. Но как итог, ладно, не самая худшая игра. Это была игра The Forest вместе с Олегом Брейном, вместе с Алексом Позитивным и дядей Женей. Увидимся еще, всем удачи. И Николаем Изиником, надо же было сказать. Да, кстати говоря. Все, увидимся, услышимся, пока-пока. Пока. Пока-пока.